Здравствуйте. Вчера, 19 сентября 2013, был год, как я в Ютубе. Это, конечно, очень хорошо. Канал набрал нормальное количество подписчиков, просмотров. Вот, сейчас мы зайдем на Ютуб. Зайдем на мой канал. Вот мой канал. 175 подписчиков, 102 тысячи просмотров. Это вообще отлично. Спасибо, дорогие подписчики, кто смотрит меня. Итак, что же я для вас преподнес в честь годовщины канала? Ответ скажет визуальная студия. Я для вас пишу игру, называется «Кто больше?». Вот, как видите, на C++. Ну и так далее. Ну вот, я ее сейчас скомпилирую, она еще на стадии разработки. Я ее еще не до конца дописал. Времени просто не особо не хватает. Ну вот. Такая вот игра. Два режима. Обгоняй и угадывай. Ну, вот так вот. Я ее допишу, выложу ссылку на скачивание под видео. Ну, как-то все. Спасибо за внимание, это был краткий обзор, ну не обзор даже, обращение к подписчикам. До свидания.